Кто-то из них работает на Брэнкса. Начну с владельца, Роберта Росина. Потом остальные. Спокойно, без нервов. Это кто? А ну выходи! Найти его! Живо! Месяц терапии. И вот результат. Врач подтвердил, но остановить. Даст ты мне в помощь. А потом и коляска. Покалечили, суки. Хотели меня напугать. Решили, я побегу без оглядки. Что ж там за секрет такой? Убер-мега-важный. Что покалечить человека готовы за один взгляд на него. Но я не боязливый. Я тоже злопамятный. Эй, ау! Есть здесь кто-нибудь? Ничего. Компьютер. С его помощью хакну камеры. Роберт. Какой сюрприз. Напарить меня решил. Я добыл бабу Пирса. Бабу, окей. А пацана зачем, а? Думал, я тебе больше заплачу? Всю жизнь мне испортил. Кто у меня на хвосте? Твой парень?
Не, он не мой. Хотя стоило предупредить об Эйдене. Помоги, что ли, а то язык мой развяжется. Да как будто ты что-то знаешь. Расстроится мальчик, ты готовься. Блин, что делать? Мне без разницы. Удачи. Сукин ты сын. Тебе от меня. Подключайтесь! Хочешь найти Джексона? А, да, Джексон.
Это мой парень просто перестарался. Джексон мне не нужен. Но выкинешь еще что-нибудь. Дай трубку моей сестре. Дай трубку. Думаешь, ты что-то решаешь? Поговоришь с Никки, когда от тебя будет хоть какой-то толк. Так что отследи этот айпишник. А до тех пор не трать мое время. Дэмиан хорошо меня знает. Каждый шаг просчитал. Небось, давно это планировал. Наверняка пойдет до конца. Не соглашусь, Ники, конец. Ладно, буду подыгрывать, пока не найду выход. Отслежу этот айпишник. Что случилось? ТОС фиксирует каждый шаг человека. И никто
знает об этом. Конец моей страховки. Какой-то выход. Он эгоцентрик, лишь бы победить. Если помогу, найду второго хакера, он отпустит Ники. А если нет? Неважно. Все равно других вариантов нет. Вот урод. Со своим Мерло. Ну, Дэмиан, не упустил ли ты чего? Ну, давай. Дерьмо. Какого? Эй, это я! Сам же позвал. Черт. Запарился. Ну? Ну-ка, взгляни сюда. Кто это? Не знаю, файл битый. Как бы посмотреть все видео? Не выйдет. Тут нужен оригинал. Я пытаюсь пробить ее по базам сети ОС. Да, я чего хотела сказать-то? Он не знает про этот файл. Похвастался бы, точно. Ты про кого? Может, это ключ. Или нет, но надо его опередить. Что-то случилось? IP-адрес? Да, он дал его мне. Найдешь, куда ведет? Да что происходит? Эйден, ответь мне. С места не сдвинусь пока. Он забрал ее, Клара. Он держит мою сестру как залог. О, боже. Тот самый тип? Да. Дэмиан Брэнкс. Ну, тут я бессильна. Пойду. Потом свяжемся, да? Как закончишь? Сюда.
что такое? Заткни уши. Не выдумывай, иди уже. Нас сейчас прижмут.
Потерял сеть, нужно оборудование. Твои проблемы. В команде ты работать не хочешь. Твоя проблема, ты и решай. Но шустрей, для тебя дело есть. Золотце, это твой братик. Эйден? Джекс, как там мой малыш? В норме. Где ты? Не знаю. Тут холодно. Мне завязали глаза. Я боюсь, Эйден. Понимаю, но я приду за тобой. Я знаю Дамиана. Не надо его бояться. Просто будь осторожнее. В каком смысле знаешь? Он меня похитил. Потому что ему нужен был я. Что? Хорош. Боже, что ты ей сказал? Она вся в слезах. Дамиан, дай ей трубку. Если хочешь поболтать с ней, отследи айпишник и добудь мне полезную инфу. Пока. Она жива-здорова. Пока. Там, где ее держат, холодно. На улице? Если поговорить по... Подольше, может, пойму где? Что происходит? Нет, нет! 2003 год был предупреждением. Главная инфраструктура города обязана находиться в нейтральной зоне. 11 человек погибли в хаосе, который царил тогда в городе. Недоставки энергетики выявил хакер. Этот хакер – Раймонд Ильич, герой, а не злодей. Чикагская ТОС уязвима, жители беззащитные. Вернем контроль. Конец передачи. Потерял все. Кучу хардов, доступ к сети. Так, надо выйти в онлайн. Где Клара? Осторожно. Не подставь ее.
Вот. Браво. Те люди. Кто они? Не знаю. Должно быть, перехватили сигнал сети ОС. Я хотела тебе сказать. Дедсек считает, у кого-то еще есть доступ. Я передала его только тебе. Погоди. Я никому не давал. Зачем? Нужно верить друг другу. Послушай, мне некогда тебя убеждать, Клара. Если ты мне не веришь, извини. В мотеле в меня стреляли. Сестра пропала. Я в тупике. Мне не до уговоров, Клара. Да, я знаю. Прости. Знаешь это место? Где-то здесь проводились испытания первой версии сети ОС. В каком-то бункере. Если верить городским легендам. В бункере? С доступом ко всему городу? С тайным доступом. Я долго все изучала. Городской план, листы разметки, закрытые объекты. Везде есть пустое место. И оно там. Вроде. Так, а ты оставил свой депозит в мотеле. Поищем. Надо понять, как нам пробраться в бункер. Секретный доступ ко всему городу. Было бы неплохо. Простите. Ты еще кто? Судя по всему, ты мой пропуск. Тобиас Фрюя. Так, на острове недавно кое-кто был. Некий Тобиас Фрюя. Еще бы. Тобиас один из пионеров сети ОС, но Блюм его уволили. Он на голову больной или упоротый. Так вот, мы хотели вытащить из него инфу про остров. Еле ноги унесли. Он живет недалеко, в какой-то ночлежке. Он бездомный? Устроил там что-то типа магазина. Дедсек закупает у него всякие девайсы. Забудь ты о нем. Он параноик, будет молчать. Я найду к нему подход. Выясню, что он знает. Говорить с ним будешь ты. Хочешь, чтобы легенда оказалась правдой, да? Это правда. Нет, ты просто веришь в легенду. Папа возил меня в поход в Монтреблан. Он всегда говорил, что мы ищем сокровища. Я не понимала, что на самом деле он воровал. Золото, все подряд. И его лицо, если находилось что-то эдакое. Например, один раз я нашла старую монету с императором. Он сказал, она из Древнего Рима. Бесценная. Но разрешил оставить.
сказал, что эта дверь в волшебный мир, в Римскую империю. Наверное, я пошла в папу. Мечтательница. Надеюсь, твой бункер существует. Так и есть. Взрыва газопровода. К счастью, жертв нет. Идет расследование. Благодаря быстрому отклику сети. Вот. Здесь магазин Тобиаса. Хлам с черного рынка. Но можно найти редкие чертежи, если повезет. Его тут нет. Что теперь? Нужно поспрашивать местных. Вдруг кто видел? Он играет в покер. Может быть, и мне войти в игру? Так значит, покер, да? Посмотрим, где ты там. Отлично. Стоп, а это что? Сигнал отследил кто-то еще. Устранители. Слышь, чувак, ты не поверишь. Я наконец засек Фрюера. Перехвачу его. Устранители. Они его найдут. Надо помешать. Я его нашел. Он параноик. Твоя правда. Хочешь пойти один, да? Иди. До встречи на острове. Помогите! Тарань его! Подрезай!
Итак, партия в покер с Тобиасом Фрюэром. Счастливый билет на остров. Подпольный покер здесь. С ума сойти. Один из них – Тобиас. Начнем. Кто ты? Я тебя не знаю. Я его не знаю. Спокойно. Ты Тобиас? Не твое дело, блин. А если не хамить? Читай по губам. Не твое дело. Какой ты милый. Поэтому из Блюм поперли. Тобиас! Стой! Кто тебя послал? Черт! Боже ты мой! Драпать и заныкаться! Тебе не я нужен! Так, мне кое-что нужно. Потом отпущу. Не, хрена, они просекут. Я сам по себе. Чем докажешь? Ты все еще жив? Этого мало? Да. Это не ответ, чувак. Так, я сам себе хозяин. Никто не узнает, что мы говорили. В бункере нет света. Отрубили. Полностью, прям совсем. Там глухо, как в склепе.
Ясно. Я разберусь. Ты если вдуматься, так оно и есть. Склеп. Люди, которые хоть раз там бывали, считай, ходячие мертвецы. О, самое то. Безопасно. Почти. Да-да. Тобиас. Можно мне пульт от моста? Прошу. Я его создал. Этот пульт. Ага. Хобби у меня мастерить. Очень круто. Дай пульт. Да. Ладно. Легко. Перебери. Класс. Потом не жалуйся. Тяжело. Поверь, будет еще тяжелее. Эй, слушай. Если вдруг что-то понадобится, ты обращайся. Смастерю. Ладно. Так можно свихнуться, как Тобиас. За мной гонятся те же люди. И теперь я такой же бомж. Ну, явно был под чем-то. Ему бы быть осторожнее, устранителем совсем нет. Если найдут, будет плохо. А, кстати, Морис наконец разродился. Выдал место, где ты вроде как все найдешь. Говорит, нужны ответы, иди по его следам. Хер знает, о чем это он. Но может, что и всплывет, так ведь? Да. Это хорошо. Хочет, чтобы я понял его мотивы. За это ему будет награда. Что, печеньку дать? Не знаю. Сам подумай. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали не ясны. Рашмар обещает положить конец и без того резким сбоям в работе CTOS. По его словам, вина за безобразие в Чикаго лежит на хакерской группировке DeadSec. Мэр обещает призвать к ответу лидеров группировки. Надеюсь, не краденое. Не удержался, верно? Вот. Говорил же, что умею.
Даже как-то жаль продавать. Бункер. Для Клары это будет находка века. А вот Тобиаса он пугает. Мифы меня не интересуют. Но если верну Ники, отлично. Нашел Тобиаса? Ну да. И? Сыграли в покер. Потрепались. Что он сказал? Клара, все правда. Говорила я тебе. Без меня не ходи. Скоро буду. Спокойно. Там даже электричества нет. И вход мы еще не нашли. До встречи. Поищешь вход? Как Блюм спрятали целый бункер. Надеюсь, есть потайной лифт. Дергаешь рычаг и спускаешься на тайный уровень под землю. Может, под воду? Мы на острове. Размечталась я. Ну, вверх. В одно из зданий. Буду искать.